Cześć, mam na imię Alina i my kontynuujemy nasze zajęcia z portalem Wirtualna Białoruś 24. Поехали! Тема нашего сегодняшнего урока – это сленг в польском языке. Данный набор фраз поможет тебе не потеряться на районе среди кентов. Ласка – это чикуля. Споко – это все хорошо. Спадай – это некультурно уходи. Зёмек или кумпель – это друг или хороший знакомый. Меранж – это вечеринка или по-другому импреза. Дресы – это хулиганы на районе в спортивной одежде. Чаять и кумать – это начинать что-то понимать или соображать. Калорифер – это пресс. А сейчас несколько примеров. Ты чаешь, он мне то спепшил. Ты понимаешь, он мне это испортил. Витек был моим наилепшим зёмом на тым меранжу. Надеюсь, что данные слова тебе помогут всегда оставаться в теме. Ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий урок. И до зобачення на наступних заняттях.